Это темное, это темное. Ты заебал, таунтить ее и не танчить. Если таунтишь чисто ради ДПС, то делай это в конце уже, так как она умирать будет. А я встал, нахуй. Куда? Не знаю, куда ты встал. На взрослую жизнь ты встал. Так, вроде же Хоксис этот сдавал экзамены, а не Егорка. Ты зависишь? А этот что, нет? Не, все нормально, разве? Отлопал. Ну, а Нозер говорит, что ты в развитии встал. Ну, это давно уже. Тут сложно не согласиться. Алло, блядь, GL, нахуй! Так у меня сапоги. Так какая разница, блядь? Там как бы этот кастует хуйню. Людей дамажишь, если чё. Так сапоги-то есть. Чё, ну да. Так он кастует землетрясение, замедление как бы. Похуй, главное, есть сапоги. А сейчас сапоги есть? Сейчас-то нету. В смысле нет, вот снял что ли? Не надо так. Опа. Опа, осколок. Опа. Бля. Запястье на СПД. Ильдар, ты уже... Блядь, я так буду рофлить, если его просто зарофлят и одного осколка не хватит. Да это... Блядь, не перчатки. Это оф. Будет скам, тупо. Прыгайте все, он сам раскидает шмот. Ну, сейчас у меня 25, еще 5. А техника зачем надо? Череп на голема, блядь? Бейте технику, они хилят. Ремонтники. Почему это запа написано перчатки? Да, это давно уже. Чё там, смотри? Я смотрю. Кидай Нозер. Выйди зент оттуда. Откуда? Они дышат меня просто. А, ебать, нахуй, я думал, ты в этой хуйне стоишь, лужи. Ну, а они, так когда вдвоем дышат, то мне приходится сальву отдавать себе. И это под сальвой оно так пробивает. Пекайся, Хокси. Сразу. Чтоб ты понял, они под минус 30 пробивают по 10 тысяч в секунду. Одно дыхание. Дэмэдж там ебучий. Ебучий, да, получается? Ебучий. Давай собрание убьем там фаст. Один трай убили. Один трай, да? И убили.
Один трай убил. Что у нас тут ДПС до хуища? Он упадет от первого. Блять, уже сакра, блять, 11 человек на стриме. Они думают, на что мы на голову сейчас идем. А вот наебали. Так что это? Идем с собрания пиздить? Пойдем, пойдем. Эвил, а здесь? Там Эвил отошел просто. Надолго? Ладно, Ксен заберешь баф. Да в смысле сакра шесть? Это пожилой дем? Ебать он, блядь, у меня ревностный сработал. Чё ты, в чем вообще дед, блядь? Да это, в смысле, у меня фулл танк, это дыхание, блядь. Ты наконец-то критический удар сделал? Бля, я не помню такую, чтоб тебя так дамажило, блядь. Оно так и дамажило. Нет, да что, какая место стоит? Просто я сейчас это, чуть-чуть хуй забил, сейф, но не нажал. Нет, вот. Какая мета стоит? По 10 тысяч, хуя. Где? Да, блядь, ну чекни ты. Поставь на ловкости 3 крита, заебал. Согласен. У меня максимум, что одето, это 3 недодешные, одна и то. Просто не 2 даже. Сен первый, фейс второй, все, потом убиваем. Чего, блядь, 50 пыли в стаке? Чудесно. Добрый вечер, это обнова. Сделали стаки поубились. Ебать. А чё не до сотки? Бля, на пыль сделали, а на фласке нет. Охуенно. Да много на что не сделали, на самом деле. Витя, кого читает? Я, блядь, не заходил 2 дня вообще. Поехали? Че? Чем мы стоим? Бафну. Я даже фулл танка одену, блядь, ради тебя. Ксен, набирай на большом агро, не забывай. Ключ залутайте, если кто-то не... Можете сделать квест, пока аурию будем бить. Ебать, оно бьет. Там Эвил в другой комнате. Там Мэйби разошелся и ебанулся, что ли? Ну, у вас вашка работает? Какая? Угу. Разошлись. Рядом не стойте друг с другом. Надо рейндж друг от друга весь. Кого кинулось? Да, Инерхокс.
разошлись. Сейчас опять кинет хуйню. РДД в РНЖ. Нормально. Он кинул синюю уже? Да. А, да. Только что? Да. Да. Ну ладно, ждем давай. Ждем? Да. Сейчас на 500 стопните. Стоп, 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 стоп. Егор, да, Инер тоже? А, ты уж кинул. Ладно, монопот выпью. Не бейте. Разошлись? Сакру дашь? Есть сакра? Нет. Эвил упал, Эвил упал. Эвила нету вообще. А он мертвый был. В душе. Еще не кинул. Еще не кинул. Ждем. Вот, сейчас кину. Пизда, блядь. Хокси ж бернишь. Куда ты пошел, дядя? Давай, давай, вставай, вставай. Дайте сальву все ксену. Прям все. Да. Рейндж возьмите РДД. Хилы РДД. Ксен, не забудь съебаться. Ну, Ксен, уходи. Фейс-скрип. Ну что это такое? Ну, а, блядь. Ну, рядом с ним. Вы что, не видите, что ли, блядь? Началось, блядь, колхозье утро, блядь. Два ханта стоят, блядь. Красавчики, нахуй. Пошли, падаем, блядь. Ебануться, блядь. Ебать, не видно вот этой хуйни здорового, не? Тес, блядь, нахуй. Ну, вообще, типа, да, базаров нет, нахуй. То, что мы сдохли, мы лохи, но, типа, блядь, там дохуя народу стояло. Типа, нахуя бежать в рейд? Просто остальные убежали, а мы как два лоха не увидели и сдохли. Ну, а чё, чья проблема? Ну, вообще, типа, нахуя в рейд бежать? Баф лужи теперь пишется в твоих бафах, а не в дебафе, если а, чё. А, и вот почему они... бафка не работает. Да, да, и поэтому ничего не работает, типа, но если ты стоишь, у тебя увеличенный урон. Если бы у нас сейчас два ханта не обосрались, убили бы тепло. Витя, ты знаешь, да штраф для чего. Жопу скидывай, Витя. Ждём. Ну, нахуй льдар мне бесит. Ну, блядь, ну, пиздец, ну. Я понимаю, ну, все, что... пиздец, Эльдар, ну, пиздец, да, все, понимаю. Хватит, блядь. Да, пиздец, блядь. Пиздец, 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 блядь. Сколько можно пиздец. Уже, ебаный в рот, блядь. Сколько да, что пиздец. Можно? Не выспался, блядь, или что? На алголоне сколько косячишь, и сейчас, блядь, нахуй, алло, блядь, охуел? Не гимешь, блядь, не выживаешь, блядь. Что, блядь? 2000, блядь, из 20 человек, кто ты он ведет, блядь? Да хуя успешный, что ли? Иди, блядь, на дрочит, нахуй. Вали, баня, ты сиди молча, блядь, нахуй. Пиздит еще что-то мне сидит тут, нахуй. Мут ушел, блядь, нахуй. Может, я нахуй пойду. Посижу, блядь, пока вы выучите ебаную тактику. У меня замен миллион, нахуй. Я сейчас просто на замену тебя отправлю, и все, блядь. Пиздишь, сидишь, нахуй. Да все, Эльдарик, не гори. Я просто предлагаю тем, кто косячит, просто жопу кидать, и все. Жека, ты их уже 5-5 штук должен был скинуть. Пацаны видели. Да, не все получается. А вы, блядь, долголона не нагнетаете, пожалуйста, блядь. Да, нахуя сидит меня сейчас, блядь, этот... Вот это вот. Меня сейчас, блядь, это, давай, поехали. Поехали, поехали. Друзей своих дразнить будет сидеть, нахуй. Слышь, враг, нахуй. Все, блядь, пушки, да, продают. Шары ебется, еще сидит выебывается.
Эх, блядь, это горячая кровь Эльдара. Жопа? Уже ж, блядь, и замутал, и сам с собой базарит. Не, но то, что бафа теперь нету в дебафах, а он в бахах, бля, это пизда. Он баха, бля. Ну так если у тебя вашка есть, просто там поменяй. Да нет у меня вашки. Нахуй мне это вашка. Правильно. Какого шадор? А у меня все. Наверное, я думаю, переведем сразу, даже и скинуть на двух лямах. Давай не надо, пожалуйста. Ну, чтобы не было вайпов там и все такое. Да там не будет вайп. Ну, мало ли, блядь, страшно. Все, он в рейнжу уходит, РДД. Какая разница? Нет у меня. Разошлись. Но мы уходим, да, в принципе, дамажим. Потом уходим. РДД хилы в рейнже сейчас. Хоксис Дайнер. Все запусти. Я так уже сделал. Ну нет у меня. У меня нет. Там что-то Эвил на сталеломе. Там вообще Ян на сталеломе второе место. Ксен, набери агру. Разошлись. Только кинул, да, лужу? Да. Топать будем, ладно. Стоп. Сталелом. Угу. Разошлись. Все, добивайте. Быстрее, пока зеленый не кинул. Ну, лол. Трезот. Что? Я ничего не могу поделать. Бабл был нажат. Он начал кастовать. В это время, то когда он начинает кастовать, ему похуй, он не меняет таргет. Ладно, скипнемся, вайпимся. Хоксис, короче, под зубами, заберешь? Под капли сейчас забирать будешь. Потом сразу этот... Кинь бы Сака, кинь СС на Тизиенда, быстрее. Не успеем, мне его скрафтить надо. Сейчас. Сначала фейс таунтит, потом Хоксис. Не, не успею, блядь, ты чего гонишь? У меня его нету скрафченного. Ладно, ложитесь, все, пошлите, нахуй, похуй на него. Изначально не хотел сюда идти, нахуй мы сюда пошли, блядь. Да потому что это, ну, легкий босс на самом деле, типа. Ну, блядь, обосрались на первом трае, все, надо было дальше идти. На сколько трав сделали? На втором трае обосрались, все. Два, получается. Да, если... я вообще не знаю, давай его по остаточному принципу, типа, если нужен будет этот осколок, пойдем, если нет, потом разберемся. Если, типа, он начинает так кастить, ему похуй, он бабл на мне, не бабл, блядь. Он докастовывает, кидает дебаф, блядь, и потом уходит. Какая разница? Давай мы с них-то похихикаем, что они, блядь, в 4 утра нахуй обосрались. В 4 утра зашли, блядь, нахуй, и нихуя не сделали. Хоксис Пекси сразу там. Так ты же пошел спать, Эвил, с утра, не? Короче, Дармелон сказал, если мы босса не убьем, он придет нас и выебет. Ну, которого там... Дармелон, звезд... который Эрик? Я понял. Не-не-не, Дармелон, который Дармелон. Эрик, не еби, пожалуйста. Ну, а че? Не знаю, кто играет, даже собрание хуй убить не нужно.
Готовьтесь. Пусть в ожидании стрима, пацаны, в ожидании алгалона сидят, пацаны. Я а мы пойдем других боссов. Байт, короче. Нет, не блядь, больно. Ой, блядь, вот так, ну. Сука, я в том... Так, чё, мы пожарного в 4 хила захилим же, да? Мы же сильные. Обосрётесь. Или мы maybe спекнем. А, мне без крита останутся, я понял. Вставил рыбу. Пум-пум-пум-пум-пум. Шинспун сегодня с ДКшиком с утра заявка. Помнишь, Эльдар? Че, спекнулся, Хокс? Да, поехали. Вон, кулак дайте. Пацанам. И каску пороги дай, пожалуйста. Кто бафает, блядь? Че спим? Дали? Угу. ДК пиздатый был. Че он там сказал? Ну... Я вам сказал, что отказ, но он пишет, причина отказа в ЛС. А. Я говорю, я не хочу тебя брать. 209-й-то? Да даже патом было ему что-то объяснять. Бля, ебать ты душный, просто причина руку, отказа, руку, иди нахуй. Руку. О, что если за... че... Если... Руку. Руку. Че за пидор, блядь, с лучом пришел ко мне? Ну, просто езжай, езжай. Смело, тебя люблю. Хоксис, давай трид, блядь, я не буду стопать. Бля, Зенкар тавит, что ли? Я только сейчас услышал. Нет. Нет, он типа шильдар говорит. Он как тавит? Он шильдарит, я не знаю. Руку. Типа того. Все. Как тавит, что ли? Он еще появляет и картавит, короче, все одновременно. Понял? Немного заикается еще, понял. Уникальный человек. Слышь ты, босс, блядь, ты как нахуй мой этот, блядь? Инсинерейт, блядь, спарировал. Ты ебанутый, что ли, блядь? Я заберу и скажу сейчас, кто потерял. Пацаны, мне кажется, меня хотят наебать, блядь. Жестко. Подожди. Сейчас напишу, подожди. Босс великан написано, блядь. Босс хуесос, блядь. А кто он, по-твоему, гном, что ли? Рука? На дворф похож. Тупо двор, в натуре. Ну да. Чем там, как называется это, ресурс или как называть? Забери мой рюкзак. Пустой. Так, ну мы Геру сейвим до Торима, верно? Сейчас, подожди. Без дороги. Вот что жесткий Хадира. Не, нам на Хадира надо, ты что, рофишь? Вот без Бэлла, что ли, Хадир убивает? Да. Отпусти, пидор! Ага. Бля, там челик, блядь, пишет в ЛФГ. Край герл, сру герл. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Не, так это смешно. Красавцы, парни, у вас танка нет, долбоёбы. Ну, всех лагают, нет? Еще второй есть. Да, у него куча стаков. Да не ресети. Да я не буду вставать. Да нам похуй. Руку похуй, да. И там выебывайся. Там у босса 800 тысяч здоровья, блядь. Да. Да. В таверну трактирщику привет передавай. Не, как говорил один нормальный пацан. А можно нам нормального танка? Да, блядь. Демонолог. Один раз первый в рекаунте. Да, ура. Бля, я упал вниз, блядь. Всем похуй, но на тебя чушь. Эй. Ты чё, блядь, запах выебываешься, блядь? Сругёра, блядь. Сука, песок ебаный, а? Ой, блядь. Сыпется уже, блядь, и выебывает все равно. Блядь, чё не мог так пышнуться? А, сейчас подойду. Пацаны, на танка похилит, что-то ему плохо, блядь. Он там опять критический удар оделся.
Здесь еще Тарики и Тарка. Что-то как-то не сверху. Что, будем ждать, что ли? Эльдар. Эльдарик. А есть ДПС с того рейда, ну, на прошлой неделе? Босс идет. Зен, ты видишь? Дай баф. Лес. Стамина, быстро. Вижу. Все, пупу. Зен, ты видишь бокс? Нет. По зязе. Держи. Встань, ну, блядь, ну, Зен. Ну, ты ж... Ну, ёпрасы, ты, ну, серьезно. Я умру. Поехали. Встали в один фрейм. Тебе дали же боб. Ну да, но он кончится скоро. Бля, вы что кота, блядь, продали, нахуй? Его не жалко. Все, выжил, а? Спасибо, что не я, так сказать. Тебе три сальва дали, блядь. Скажи спасибо, блядь. Спасибо, пацаны, лучше. Обожаю. Самые лучшие пидорасы. Ты тот, который иди нахуй, да? Да. Блядь, где он? Дайте я его с рейда кикну нахуй. Блядь, где он? Не мочи. Помолчи, не мочи. Мы не в том дискорде, да? Бля, сори, перепутал, пацаны. Режим. Ну что, Эдди Мёрфи не смотрели, что ли? Алло. Перепутали каналы, сори. Эльдар. Знаешь, надо что-то как сделать? Надо тот дискорд заходить, стрим включать и идти рейдить, чтобы на стриме все... Меня Ванюшка, да, забери, пожалуйста, умоляю. Чему маленький? Мне похуй. Ой, мне кажется, он на втором пидоре уже отлетит в бан, тот, кто стримит. А ты думаешь, что-то пидор скажет? Вы уже раза четыре сказали. Да и похуй, ты пидоры, блядь. Слушай, ты пидоры. Пидоры, ты говорит. Пидор. Эй, пидоры. Вы пидор. С уважением, пидор, главное. Пидор, блядь. Главное, с уважением. Получается так? Получается так. Оставайтесь самими собими. Самими собями. Самими собянин. А почему ты собянин? Я вообще не понимаю. Собянина под плитку? Что, скейт-парк? Они дожди... Они... Он ими... Как там? Он оном, а она аноном. Блядь, я этот видос так и не дошел. Бля, парни, у кого-нибудь есть ДПС прошлого рейда? Мне нужно сравнить. Всем похуй. Да, понимаю, этот Тризот. Я же не к тебе обращаюсь. Я говорю, пацаны. Он говорит к парням. Попроси, нахуй. Он говорит к парням, понял? Вот так-то. Он говорит, это fucking slaves. Да. Deep Dark Fantasy. Выходите оттуда. Лубы, да. Там в мейнстатик просят пробиться. Опять? Кому надо выступить? Я нахуй. Не знаю, на стриме у Сакра спрашивают. В мейнстатик можно пробиться? Конечно. Да, да они все бичи, нахуй сюда идти, блядь. А РЛ у них, блядь, конченые, блядь. Короче, делаю условия попадания в мейнрейд 9 из 9 в хардмод 25 убит. А чё не 8 из 8? А Чернарук должен быть убит или можно без Чернарука? Ну, тогда 9 из 8 плюс 1. Челиксин пишет, опыт игры на Зингардине у Шоши 8 лет, хардмода убито 6 из 8. 8 лет 6 боссов убивал? Да. Получается. Ой, бля. Жалко. Потом говорит, причина отказа какая. Что не так? Возле меня, Семен. Что, знаешь, с вызовом? Причина отказа, скажи. Бля, ты знаешь, какой никнейм пишет Сакра? Здравствуйте, а мейнстатик пробиться возможно? У него ник Crazy Armian 1998. О, Crazy Armian, годный ник.
Crazy Armen, чел, я думаю. Хотя, не знаю, армян вряд ли. Там должно быть через Y. Армян! Дадите стан на следующий лик или что-нибудь. Что, блядь, меч никому не нужен? Нахуй нужен? Да всем тогда похуй на него. Отфармили тогда. Мяшер, а ты где целый день пропадал? Вот. Так меня и вчера сегодня не было. Тебя сейчас тоже, да, нету? Да сейчас Мяшер, нет. Ты где-то... Если сейчас нету, как придешь, отпиши, пожалуйста. Да ладно. Тебя уже балбес отдал. А я не знаю, Эвил. Кто не знает, нет? Типа, можно всякие видосы в Дискорд кидать 18+, типа? Что-то в Дискорд? Там пометка будет 18+, вроде как отдельный канал нужен, что-то такое. А может, ну, нет? Типа, да, это надо делать канал именно. У меня в старой гильдии СРФ есть отдельный канал, там тупо фотки голых телок. Вообще. Ну, как? Типа, это канал это, по-моему, как-то... Ну, Эвил говорит, он мне в ЛС хотел скинуть. НФС, или как он называется? Ой, Эвил не может кинуть в ЛС, типа. Он свою жопу хотел скинуть. А хуй знает, ты жопу свою хотел скинуть? Скажи, пожалуйста, ты жопу свою хотел скинуть? Пожалуйста, срочно, мне для друга. Да. Мне для друга говорится. Вот не дай бог вы, пидорасы, придете на уголовный и не будете веселыми, а будете задолженными. Пошел нахуй! Бля, мам, у меня танк токсичный. Да вот такие будут. У него соляра из жопы течет. Да! Ой, бля. Эрик не доиграл, блядь. Ляр, блядь, а Сел выйдет погулять сегодня? Все хотят осла, блядь, пожалуйста. Я очень хочу осла. Я еще не слышал сегодня. Что ты хочешь, подожди еще раз? Осла? Осла хочешь? Ну, ля. Верно. Ля. Бля, Алексей тоже говорит, блядь. Сука, Зенда, говорит, нахуй научили, говорит, уже даже, говорит, заебали, говорит. Сейчас мы Зенда еще научим, говорит, он Леджа. Оу, и все готово. Хокси, вставай, алло, блядь, шкаф давайте. Скаф. Та-та-тыр-ти-ти-ти. Что, прости? Элла. А, элла. Ладно, я сейчас скажу, пожалуйста. Даша. Че, наебались, я утаю. Скажи, пожалуйста. Эльда. Понял. Дайте банан. Ой, рибов. Тебе куда банан надо дать? Банан дайте, пожалуйста, ребят. В ротик ему, насыте. Ты че, блядь, балбеса включил, что ли, блядь, вчерашнего? Я вас обоссу. Я и тебя, босс, и тебя, босс. А где балбес, кстати, он с вами, нет? Сара, Дискорд. Ща. Я что-то ничего не могу сделать. О. Чуть за скоростной это, речи. Балбес просил сказать, что он не с нами. Он под нами, получается? Получается. Его тут нету. Ну, если что, он ебал обоссыт. Как обещать? Ебанутый, Эвил, что за хуйню ты съебал? Да ну нахуй, я пуляю. Знаешь, как было? Ебанутый. А потом вы так... Эрик, посмотри, соушал. В том канале. Сука, ебанутый. Блять. Жека, он еще столько же должен, или чуть больше, короче, понял? Там чуть больше из-за двух уровней, Эльдар. Кто-то видит фантазер, огонь? Фантазер, ты меня называла фантазер. Где ебаная грозовая туша? А где? Видит кто? А, вижу. Эльдар. Там ловушку не хотят разбить, там 4000 хп. Эльдар. Пацаны. Всем похуй, там в ловушке 3000 хп, я не хочу. Ладно, сам добью. Нет,
И флагшток. Какие ловушки, Эльдар? Иди разбивай сам, пожалуйста. Ладно, поехали. Вышли, твари. А этот Сругерл в рейде сейчас, да? Нету. Когда призвал? Блять, он в своем армсе тут крутится, няшер, да, блять? Эля. Ой, ебаные эти армсы, блять. Я за процент ДПС сразу говорить, у меня. Я сейчас скажу, сколько процентов у меня шер. Пожалуйста, 2% у нас было. Блять, я просто заебался за грозовой тучей бегать весь, блять, в этот мели, блять, весь, сука, бой, блять, заебало просто. Не можете встать, блядь, на одном месте, ёбаные ПВП-шеры, блядь, лево-право, стрейфи. Осколки закончились. Блин, у вас шея упала, блядь, а. Элла. Кенспуни еще показывает, провоцирует меня. Этот, сам отдай эти токены, сам, ну, смотри. Да, сэр. Пошли чистить дальше. Пиздец, блядь. О, там на стриме спрашивают, у вас РЛ толстый или худой? Ответь, толстый. Скинь фотку, где он показывал тебе пузико, ЖК. Ладно, поехали, 26 человек. Ильдар, вот так нормально? Как? Да, заебись. Прям как надо. Скажи, 2 сантиметра. Давай еще линканем в глобал чат, типа, стрим наш, сделаем сакра популярным, и он потом забьет. Каждые 50 секунд же кидает. Помню я одного стримера в Армении, тоже на Локи играл, блядь. Который потом обиделся. Я вообще не стример, что-то ебался. Когда его один раз не взяли в рейд, первый? Ну да, этот Лос там, что ли, лох. Лох. Лох, блядь. Глим лохло, блядь, как его забыл. А ты его рекомировал, стример, блядь, лучший, да. Нахуй мир. Лучше получается? Я же вылетел. Ебать, ну, спит. Там человека агонию в демоне вешу. А чё, нормально, кстати? Согласен. Не, ну а смотри, вот ты Doom кинул на один таргет, а на второй, дай, думаю, агонию кинул, блядь. Так. А там один таргет был. А-а-а. Ну ладно. Там опять сверкает. Сейчас, тихо, блядь. Ну, бейте пока сейчас. Шмоточку надо, ну, найти, блядь, в банке. Погоди. Где она, блядь? Сука! 31 вон, человек, наш... сака. 31, ебаный рот. Это не рекорд. Это реклама. Это реклама прокладок. Давай сделаем рекламу на интеграцию прокладок. Типа, не можете долго сидеть на алгалоне? Always. Теперь с крылышками или что-нибудь типа того. О, а VSMT с ними в рейде. Интересно, заставит его в Африке спекнуться? Или он скажет, я не буду учиться в Африке играть? Все, скажи, зато у тебя на душе все нормально, да? С кем в рейде? По сути, мы ничего не воровали. Ой, надеюсь, вы будете доходить до алкалона часа еще 4, чтобы я точно докачался. Нет, я просто говорю, если что. 40% так-то. Я за вас могу пойти. Осталось 40%? Ой, 40, фу, блин, 60 осталось. 60. 70. Жека. 70 плюс 10, сколько? Так, а что у нас по миру? 80. Плюс 200. 2, 3, 4, 5, 80. 6, 7, 8. 9, а минус 9 миликов. Ты меня 10 посчитал? Миликов. Вот эти вот вся первая, вторая пати — это милики. А ты же в танке, да, один? А я в четвертой пати, если ты не видишь. Ебать, 5 хули? Умрете, ну похуй. Подожди, подожди. А демонолога почему забыли? Ну все, 5 стану. А, я же в Зиенда пойду. Ребят, чувствуйте? Все. Ребят, чувствуйте на запах обосранные портки миликов? Мне не нравится, что меня не считают, когда миликов считают. Вот это прям... Егорка, давай, я тебе позвоню. Как... Подождите. Ребаф, дайте фул. Там умирали. Быстрей. Так, Жека со мной там. Да, я... Сейчас быстро оставимся.
Она закрыта, я не могу. МЗ моя действует. Давай же КВМК бери. Погнали. А пускай Анозер еще тоже поконтролит там первые 50% боя. Давай. Возьми сейчас МК. Так у нас 4 хила все равно. Так и че? Да вы в 3 захилите, там ДПС-а нету. Возьми там МК. Первые сколько там? 5 стаков. Да, он же не дамаг. Просто пуль, блядь. Вообще пух. Ты не держишь МК? Возьми МК, Анозер. Ага. Сейчас держу. Шикавка. Граундинг, да, походу? Дальше, контроля нет. Рэмор, снимите. Чуть за хухераторией здесь творится. Я забыл. Так, быстрее, быстро метки ставим. Ушли отсюда все нахуй. Вставай, Зен, куда ты там стоишь? Давай, езжай, это назад тогда. Я забылся, блин. Так, милики. А так. Я как сказал Сидорович, я и Сидорович. Так, Сиензи, и так, вот так, 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 назад, ага. Так, да, вот так езжай. Вот. Так, сюда идут три рыгаля, Фейс и Джиэл. Направо три рыгаля, Фейс и Джиэл. В луну три рыгаля, Фейс и Джиэл, вэ! Два разбойника и три роги, блядь. Остальные нахуй. Все сюда, остальные в ромбик. Есть просто небольшая. Синдор, пиздуй направо. Так. Что у нас там? Сюда вот. Так, сейчас на дорогу выйдешь. Так. Сюда одна. Сюда два РДД. Вставайте пока по РДД по меткам. Там да хуя у вас по два человека даже стоять. Может спокойно стоять. Без проблем вообще. Так, здесь стоим я, Жека. Пожалуйста. Можно, кстати, слышь, разбойников поставить в РДД, и пускай они стреляют с лука. Так, я, Жека, видите, здесь. И воина тоже. Бля, там уже с тобой. Миликов достает. Так, луком. Так, надо Миликов чуть-чуть левее поставить. Вот сюда, Милики. Так, этих сейчас подвину. Блядь, нахуй эти люди сюда пришли? Почему мне в чате приходится отвечать, Эльдар? Отвечай! За базар отвечай. Бля, метку убрал. Подожди. Езжай там на 500. Так, здесь не задевай никого слева. Я его вот задеваю, да? Давай. Печеньку тут сейчас подвину. Сюда. На возик. Все, все локи идут внутрь. Демайс идет внутрь. И Нефилим идет внутрь тоже. Ну давай, езжай пофиг, да. Остальные все тут. Езжай, это нормально, давай. Чуть немного правее, может даже. А, подожди. Вы встали по два человека? Дорогу. Там должно хватить вам места. Фласки перепивайте, все, пуляйте мобы. Няшер с Фрейди тебя спрашивает. Няшер, ты что там, твои знакомые зашли? Да это тёлки, наверное, вообще тут. Это армян там, армянские, блядь. Я с такими, блядь, не общаюсь, надеюсь. Надеюсь. Эля. Поел. Это Няшер, блядь, Няшер, конечно, да. Хорош. Налево? Туннель налево? Прямо вот как ехал по дороге. Держу в курсе, второй рейд убил Торим в Хэме. Сказал по дороге. Направо, ДРК. Право. Ну ты же право, по дороге право, ехал, право, зачем право. Работаем, братик. Я тебе сказал на дорогу выйти, так, езжай сюда, по дороге. Ой-ой-ой-ой! Бабл жму! Чуть не обосрался. Направо. Да дайте мне лоу хпшну, на, ладно. Я идите. Карту смотрел, ты куда направо, так. Говорю, блядь? Короче, можно затаймить койл. Вот сейчас койл дайте. И еще один койл. Еще койл. Все, нету. Затаймил, блядь, проверяй. Отлично. За спину встаньте. Ну, дороге, щита нету. Стан не работает, короче, а койл работает. А койл работает. Мне нравится, как ты таймишь. Дай, дай, дай. Дай следующий, ну, еще. Ну тогда все, у нас куча. Заебись. Варлоков миллион, блядь. Че ты?
Я карту смотрю, и сказал, на дорогу выйдешь, езжай по дороге. А слово по дороге езжай. По дороге, блядь, есть нахуй, заебал. Не. А сейчас можно. Залейте моба, чтобы бой не был после этого килла. Бой с твоей губой, Ильдарчик. Не пуляйте, я пульну сам. Нет, дум я повешу. Бэл, там сейвы не забудь, когда говори. Нет. Зиен, скоро в тебя приду. Будем с тобой тусоваться. Найс. О, первый пошел. Охуенно. Кто там? С одной стороны? А, ну, если с судор ДК, то это просто близко да. Стояли на рендере. Вот ноги тебе на это, ой. Иннер Д, Хоксис? А, ага. Ресните их, наверное. Хоксис, ресни, Егор. И киндер мне кинь сразу хокс. И киндер? Езжай тогда прямо на поле. Меня моб... Хоксис, тебе, наверное, в другую сторону надо было встать. А, подожди. Одному надо перебежать в другую сторону, чтобы по 4 человека встал. Кто там тыкает кнопки, блядь? Блядь, злодей какой-то. Кама. На кнопке. Кама, братья, конечно, хватит стрелять. Я искал на дорогу, да? Блядь, что ты тупишь, блядь, опять? Прощай, Кама. Я на кнопку поставил, я не стреляю, Эрик, брат. Дай каплю мне край и массакр. Чё ты, бабу, не? Да, блядь, отвлекать, сука! Каплю мне, да, Эзикат? Хильте, помогайте там. Советую сбор. У нас нет холи пала больше. Танка хильте. Готовь зубы мне. Давай зубы. А, у меня бабл КД был, я нажимал, блядь. Лол. Красава, хуля. Вот 7 секунд еще. Бесполезный. Советую вам скинуть ага. Я жму с... Косик, есть зуб? Не-не-не, у меня нет зубов. У меня сейвы закончились. А не я, пока я сидел. Минус 50, нет? Не, у меня закончилось. А что, паладин капли может дать ретрик и бабл? Уже нет. КД у них все. Я ее выкинул. Оверхильте танка просто. СС дайте? Не-не, оверхильте просто. Не надо тратить ГКД. Просто оверхильте. А зачем ты бегаешь? Нормально. Не ссы. 5 секунд, сейв. Ну, ГГ. Ну, бля, нахуя? Нахуя ты это сделал? Потому что у меня сейва не было. Заебись, блядь, и полкомнаты. Там не прохилить было. Кайтите, добьете, может.
А, это самый конченый мув, который ты сделал за последнее время. Нихуя. Да. Самый конченый мув. Это самый охуенный мув. Я сразу же после разряда... Блядь, тебя стояли, оверхилили, блядь, хилы, ты не умирал. Это не прохилить, это ваншот без сейва. Запомни, блядь, там 10-й стак стоял, был. Ты стоял без сейва, тебя прохиливали спокойно. Нет, я стоял под сейвом. Я ж тебе говорю, у меня закончились ладно, сейвы, мне надо было 10 блядь. Секунд покайтить. Ну окей, все уже, хорош, блядь. Обосрался, бывает. Кто обосрался? Это ты обосрался, что сдох, блядь, еще и перекидываешь на всех вину. Да, можно и пару закрыть. Я не отрицаю, я обосрался. Я не обосрался. Вы хоть раз свою вину, что я пытался затащить. Вы хоть раз свою вину воспримите, нет? Вот просто хоть раз скажете, что я, да, у я моей отрицаю, вины я тут нету, ты пойми, блядь. Ты сейчас бесит, хуйню несешь, как обычно, блядь. Ты вот пытаешься найти виноватых, но все это произошло из-за того, что ты сдох. Я пытался, блядь, исправить твою ошибку. Да, ну все, все, тихо. Я уже запомнил, я уже знаю, какие вы люди, блядь. Два человека. Ошибка твоя, я ее пытался исправить. А ты, блядь, тут что-то доказываешь всем. Что-то все ошибаются. Все забеешь, блядь. У нас в гильдии два человека, которые никогда не признают свою ошибку. Никогда. Ноль. В письку целиться теперь стол. Блядь, почему меня заставляют показывать шмотки других людей на стриме? У них что, блядь, армори забанены, что ли? Видите? Поехали. Направо. Лево. За спину сейчас, он может кастовать начать. Я еще койл дал.
У меня где-то бес застрял, блядь, в ебнях. Что делать? Я демонолог. Перепрозовешь потом? Ну это да, но сейчас захотелось. Хули они вообще тут застревать? Не понимаю. Это лишний? Дай мне Инор сразу, наверное, Хокс. Бля, вот ты дымайся так сейчас стоишь, ты две метки сейчас можешь им. Встань в квадрат, там все, никого нет. Да. Так там встань в квадрат, там никого нету. Зачем ты там стоишь? У меня просто до этого был чел, я стоял. Смотри, Бенви один стоит в квадрате. Да, все, я вижу. Но... Я к Бенви сейчас вернусь. Ну, я будет три человека. Нету, но... нажимал. Ну, это так, ты просто не сказал не по два, поэтому я стоял сзади. Ну вот. Заебись, вернулся. Вернулся. Нормально. Ну, левел убил. Через танка, через две этот. Два кемпа. Анбука. Что ты думаешь? Егор, да, Инер? Есть? Залил. Кенспуни, дай каплю. Нет, пока нет бабла. Некуда что убегать. Это такое, блядь? Дай Берхоксис быстрее. Меня Сиф убило автоатакой. Нормас. Изи катка, дай каплю. Лол, блядь. Можно баф у меня? Пиздец, блядь. Это 30 какой-то ходит, поймал. Здесь капли, Вова. Давай быстрее, блядь. Слава богу. Дай каплю, кап. Массакр нажми. Локи, агро скиньте, я салю жму. Зубы еще есть, нет? Да, зубы есть. Зубы дай. Сиф автоатаку убил. Возложение дал. Бля, мне кажется, надо в мели здесь просто весь бой, бля, стоять прямо с танком и все, и не париться. Эльда! Не бегать никуда. Сиф автоатаку убила. Норм тем. А, да, меня уже... вроде тоже. Третья КД подряд бьет. Он да, там во втором ряде убивал. 30 какой-то хуйни прилетел. Сейчас скажу. Автоматическая атака Сив 23 тысячи. А, нет, 13 900. И фростболт ебал на 10 700. Короче. Так это уже писали, блядь. Комбо. Она бьет автоатак. Комбо, блядь. Идите трешитесь, чего вы смотрите? Опа. О! Да ладно! Быть того не может. Все, не могу в туалет там. Мэйби же ищет, правильно? Хотя я Бенви устал, наверное. Покажи Бенви. О, Бенви, лучше отдай лучше Бенви. У него 219, блядь. У меня хоть 232.
Да, на фре. Уже не будет точно 5 осколков. А сколько будет? 2 упало, и все, хватит. Ну, в смысле, с йога 100%, то есть еще... С йога не упадет. 2 хранителя плюс собрание уголон, то есть 4, 5 осколков в теории, если с каждого упадет. Сейчас Фрей скажет, нахуй! ГЦ с щитом? Блин. Типа она с автоатаки не убивает. Прошлый тарн меня тоже уебал, но я успел захилиться. Вильдар, ты кому щит отдал? Бенви. А у тебя есть что ли? У меня 232. У него 219. Я просто увидел, что... Понял. Я забыл, блядь. Бать, 44 человека на стриме Сакры. Это, блядь, рекордно. Чего там писали в заметке? Типа, 100% килл-йог Сарона? Кто? Ну, Сакра, кто? Что там спамите? Никогда у тебя сократили, да? Нет, ничего не спамим. Просто мейнрейд. Что, они работают, нет? Как ты, Ритл Фокс? Ай, Захач, к вам. Я вот весь десятый, типа, хант. Рассматриваю первый, второй состав. Как это челик, кстати, ливнул, который 10 человек линковал. Дискорда ливнул. ББ. Долбоеб, блядь. Сейчас бы этого Сараока брать. Сам... Типа, наверное, кто помнит, тот поймет. Я вообще не сижу. Я помню, это тот, что про товар. Да, говорил, типа, который вайпнул рейд и говорит, хули вы орете, говорит, вайпы неотъемлемая часть игры. Иди ты! Вот. Бывает. А куда я тебя положу? Нет. Лига легенда? Нет, там Дейс... Дейс, что-то такое. Дейс Гон? Как это онлайн игра, типа Раста, короче, хуй знает, не шарю. Куда я тебя засуну? Типа Раста? Ты про Вальхейм? Вживалка, вот, да, вот он озер написал. Дейс Дейс? Блядь. Так я же сказал Дейс. Что ты сказал? Сказал Дейс, он называется Дейс или Дейс. Ой, ере, куришь, губа бары, выри. Уже Дейзи, это вообще арма, ёпт. Не, знаешь, как игра называется? Дни. Что дни? Ну, дни называют. Это же сам. Какие дни? Дни. Саня, когда будет стрим с вебкой? Ты сам на дни, бля. Бля, когда в лигу? Бля, ебать, ты чё, ёбнулся, что ли? Вот я тоже сам могу спросить. Саня, я поиграл в лигу. Саня, я официально поиграл в лигу. Ебать ты, Сань, накидался уже, что ли? Я хочу в Арамчик сегодня заехать, когда уголовного, блядь. Что, ты не хочешь в лигу, что ли, Эльдар? Как так? А что ты накидался, Сань? Так я в доту даже не играю. Какая лига, блядь? Ну, блядь, дота не лига. Ну, лига не дота. Вот именно. Ебать, блядь, тут гении нахуй собрались, я смотрю. Золотой фон цитат. Бля, эти люди гениальны. Эти мы, кстати, стали наравне с такими философами, как Амар Хайям. Там 44 человека было. Джейсон Стэтхэм. Джейсон Стэтхэм. Хорош, хорош. Да. Не, ну ладно, хуярился, и что дальше? Я просто спросил же. Я же тебе ничего. Ну да. И что, каково это? Каково это? Пока кикай. Тебе бы не знать, блядь, каково это. Ни разу. Ребят, вы шмир ЛДС кинул, слушай, ведь статус Стэтхэма.